Салют, друзья! Всем салют! С вами канал «Китай стал ближе». И давайте сегодня распакуем с вами две посылочки. Две посылочки. Начнем, наверное, с посылочки побольше. Начнем с посылочки побольше. И начнем ее открывать. А пока открываю некоторые информации. А информация заключается в том, если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно подпишитесь на мой канал. А чтобы узнать первым о новом вышедшем видео, то нажмите на колокольчик снизу видео. Нажав на этот колокольчик, вы будете получать оповещение о новом вышедшем видео. А теперь давайте продолжим. Продолжим распаковывать посылку. Здесь пусто. Вот так вот запаковано. Интересно, что это? Я пока не знаю. Знаю, что какие-то вещи. Убираем пакетик. Это пока тоже в сторону. Давайте посмотрим. О! Это бриджи. Это также заказывал мой друг. Мой друг, который заказывал кроссовки. Это бриджи. Давайте я вам сейчас сделаю фоточку, покажу. Вот, фотка. А теперь давайте поподробнее пройдемся по материалу и по изготовлению. Ну, во-первых, запах ничем не пахнет. Все отлично сделано. Точнее, как сделано, мы будем смотреть, но пока ничем не пахнет. Давайте нижние подвороты. Прошито все более-менее аккуратно. Единственное, вот здесь вот есть небольшая ниточка, но это ничего страшного. Я думаю, подпалить ее и все. Давайте посмотрим вторую ногу. Вторая нога тоже прошита аккуратно. Материал такой плотный, как спортивный костюмчик, но мягенький. Такой мягенький спортивный костюмчик, как он, велюр, по-моему, материал называется. Такой мягкий материал. Здесь есть принтик. Принтик хиленький, его сразу видно, вот я его растянул, все, он уже никакой. Причем они в длину не тянутся, тянутся только в ширину. Идем дальше. Здесь тоже есть буковки. Это задняя часть, то есть это на задней части буковки. А вот так вот выглядит передняя часть. Здесь есть резиночка. Давайте посмотрим, что под резиночкой. Есть лейблик. Значит, что с чем делать. Что нельзя делать. Стирать при 30 градусах. Top Hair фирма. Я вам скажу, сшито очень хорошо. Есть лейблик. Элька. В общем, вот такие вот бриджики. Есть кармашки. У китайцев вечная проблема — это карманы. В данном случае карманы прошиты шикарно. То есть вот такой вот метод прошивания точно не порвется. То есть отлично сделанные бриджи. Кому понравилось, можете перейти в описание и приобрести. То есть еще я раз выложу фотографии, вам покажу. Также можете перейти в группу ВКонтакте. Все ссылки есть под видео. И еще, чтобы не пропустить видео, нажимайте колокольчик, который есть под видео, около надписи названия канала, и вы будете получать оповещение о новых вышедших видео. А теперь давайте продолжим дальше и откроем вторую посылку. Первую посылку мы открыли. В ней были вот такие вот прикольные бриджи. Давайте откроем вторую посылку и посмотрим, что у нас во второй посылке. Оценена она в $3.5. Color Picture. Какая-то что-то. Какая-то шмотка, какая-то тряпка. Давайте посмотрим. Открываем. О! А здесь есть подарок. Вот такие вот сережки. Как жемчужинки. Вы уж извините за мои руки. Это краска. Я только пришел с работы, но не отмывается она. Это вот такие сережки жемчужинки. Такие вот жемчужинки. Но это лирика. Давайте продолжим дальше.
Это у нас призыв поставить им пятерочки. Я, кстати, сейчас, вот чем дольше работаешь с AliExpress, тем, наверное, пофигу становится на остальное. Я сейчас уже получаю товары, не оставляю ни описания, ничего. Оставляю, когда негативное впечатление у меня остается о товаре, то я обязательно выкладываю свои пояснения. Когда негативно вот что-то прямо мне не понравилось, тогда я выкладываю и рассказываю всем, что тут плохо. А это у нас юбочка. Это заказала наша девушка. Такую вот юбочку черненькую. Такую вот шикарную черненькую юбочку. Она сделана тут шортики. Видите? Оп. То есть здесь шортики. То есть ей ветер не страшен. Даже если поднимет юбочку, ничего там мальчики не увидят. Давайте посмотрим, как прошито. Прошито тоже хорошо. Китайцы научились шить, или нам повезло с магазином. Шовчики ровные. Здесь вставлено в поясе, вставлена резиночка. Материал такой вот, такой интересный довольно-таки. Не знаю, получится, нет, он такой как бы в клеточку, и он тянется. Ну, это синтетика, это чисто синтетика. Так что будет жарко, я думаю. Фотографии сейчас постараюсь сделать и выложить. Вот такая вот потрясающая юбочка. Всем, кому понравился товар и кто хочет приобрести такой же, и много-много всего интересного. Описание есть под видео, можете зайти, обязательно посмотреть и приобрести себе понравившийся товар. А на сегодня я с вами прощаюсь. Вот были сегодня две такие замечательные посылки с бриджами и с юбочкой. Сегодня все в черном тоне. Так что с вами я прощаюсь, увидимся с вами очень скоро. Для тех, кто не хочет пропустить, еще раз повторюсь, нажимайте колокольчик, и вам будет приходить оповещение о вышедшем видео. А для всех остальных, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также нажимайте колокольчик. И на сегодня я с вами прощаюсь, с вами был Владимир. Всем пока, всем до новых встреч, всем удачи!